Друзья мои, Анатолий Алешин, конечно, кто же еще? Кстати, единственный обладатель такой необычной фигурной бороды, я бы сказал. В этом была и задача, чтобы она была необычная. Конечно, но у тебя есть возможность там это? Трах тебе дох, конечно. То есть прям вот захотел трах и да, тебе дох? И тебе дох. Или да. Тебе дох, а там раз и трах. Ну, по-разному бывает. Да. Ну что ж, маэстро, мы сегодня по хорошему поводу собираемся, собрались. Слушай, звукорежиссер хороший, да, ведь? Наверное, да. Да. Мы решили поздравить Нору Адам, этого необыкновенного простолюдина, человека, просто неизвестно откуда взявшегося и приписавшего себе такое количество лет. Может быть, просто на пенсию хочет пораньше выйти, я не знаю. Ну, а по ней не скажешь ведь. Норочка прям меня поражает своей энергией. Удивительный человек. Может, она пьет кровь? Кровь младенцев? Не, учеников. Кровь невинных младенцев. Да. Ну, хрен ее знает. Вряд ли. Вряд ли. Я хотел сказать о том, что Господь ей выделил энергию, наверное, которую припасал на 10 человек. Как ей жить с этим, я не знаю, потому что из нее все время фонтанирует. Фонтанирует. Но ведь справляется человек. Справляется. И выглядит счастливым. И дай ей Бог здоровья на еще на столько же, как минимум, да? Или как говорят, как принято говорить, до 120, чтобы вы мне были здоровы. Как в старом анекдоте про грузина, помнишь, да, когда приехала телекомпания, стала брать интервью, чувак говорит, вот вы 120 лет прожили, вот как вы так вот прожили, вот, он говорит, я вот пил утром росу, я никогда не курил, не пил, я вот ходил только вот утром. А Нью-Йорк говорит, нахера такая жизнь? Не, там дальше смешнее, и кто-то закашлял, он говорит, а что это так, брак по звуку, он говорит, это не брак, это мой брат, ему 160 лет, он на втором этаже, съемочная группа поднимается, там сидит типа Нора Адам такая. Они говорят, вам правда 160 лет? Он говорит, да. А он бухает самогонку и закрутил. Говорит, помогите закрутить самокрутку. Они такие, вы еще курите? Он говорит, да так я вообще никогда не сдохну. Друзья мои. Хороший анекдот, я его не слышал раньше. Да, я тебе потом еще один расскажу интересный. Сейчас вот мы закончим, и я расскажу. Ну что ж, Нур, тебя с днем рождения. Анатолий Алешин, звезда, человек планетарного масштаба, который может так легко тебе пожелать всего хорошего и 120 лет дорого стоит. Норочка, от всего сердца здоровья тебе и счастья. Оставайся такой энергичной. Всегда.